Погодка хороша. Люблю я такую погоду. Видите? 31 мая, 12 градусов днем. Вот именно когда осень в начале лета. Вот это полностью по мне. Полностью отвечает, как говорится, моим запросам. Потому что как бы ждешь, да, жары какой-то непотребной, ждешь, что все будут в трусах ходить, раздражать тебя. Как говорится, раздражать всех здоровых мужчин сексуально. А вот тебе, пожалуйста, холодный ветер, свежие листва, вот именно свежие, только что вылупившиеся листва, когда под холодным ветром гнется, вот это я особенно люблю. Вот, кстати, по-моему, очень хороший мужчина. Очень напомнил мне мужичка из канала «Большое летнее путешествие». Кстати, гениальный, великий канал. Еще посмотрите по то, как чуваки ездят каждое лето в большое путешествие отдохнуть. Так, сворачиваем. В общем, конечно, те еще я игры с жизнью затеял. Вот, вся эта водительская справка, это все, конечно, по моим меркам, по меркам моей жизни, это огромная авантюра. Но я думаю, что все это провернуть, я думаю, что, конечно, мне эта справка не пригодится. И те права, которые я хочу получить, мне не пригодятся. Но все-таки мне кажется, иметь такие права — это круто. Это как бы жизненно важно. Хотя я надеюсь, со своей сольной скрипичной деятельностью из всего этого выкрутиться, конечно, вот так желательно бы. Потому что я нужен на поле метафизики. Именно там мое предназначение для всего человечества и для меня самого. Да, такую Москву я еще не видел. В смысле, я здесь еще не был.